Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии. По последним данным Генштаба, за 10 дней боестолкновений убиты 10 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинская армия уничтожила 269 танков, 88 самолетов и вертолетов, 105 артиллерийских систем и более 400 единиц автомобильной техники. Часть разрушенных машин, захваченных близ Харькова, командование украинских сухопутных войск показала на опубликованном накануне видео. Тем временем российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. По данным Минобороны, украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. В ведомстве добавили, что за время операции поразили более 2000 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожили 90 самолетов, 748 танков, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов. Важно отметить, что проверить на достоверность все эти цифры обеих сторон не представляется пока возможным.